день. Я рада всех приветствовать здесь, на Омской земле. Мы первый раз приехали в Омск. Хочу вам сказать, что географическое расположение наших стран, то есть стран Центральной Азии и России, это наш приоритет, это наше достоинство. Мы все будущие жители евразийского пространства. Культуру, науку, искусство. Я думаю, что это именно та мягкая сила, которая делает нас ближе. Мы понимаем друг друга с полуслова. И наша организация, Московское общество туркменской культуры, была создана в 2004 году и работает в рамках договора о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Афганистаном. Хочу вам сказать, что этот год — это год 30-летия установления дипломатических отношений. И мы в этот раз решили провести Дни туркменской культуры в Калининграде. Мы благодарны губернатору и Министерству культуры Калининградского края за то, что они нас поддержали. И мы провели там прекрасный концерт музыки туркменских композиторов советского периода. И нам предоставили роскошный, шикарный зал Калининградской филармонии. Это, знаете, такая древняя лютеранская кирха. И впервые туркменская музыка была представлена в органном исполнении. Мне было очень интересно, как же она будет звучать. И, вы знаете, она звучала, и через музыку зал был полный. И мы видели, что через музыку мы начинаем лучше понимать друг друга и лучше узнавать, независимо от того, где мы живем. Вы – наше будущее. Вот вам делать наше евразийское пространство лучше, успешнее. И этот форум сегодняшний возложит цветы на братскую могилу. И нам сказали, что, оказывается, в этой братской могиле 884 туркменских солдата, которые погибли, освобождая Восточную Пруссию. Ведь это тоже мы тогда были вместе. Мы можем. Вы сможете. Мы сейчас можем здесь, а вы сможете завтра. И хочу напомнить восточную пословицу. Плюющий в спину обречен всегда идти сзади. Дорогу осилит идущий. Будущее за вами.